Хоккейные команды из 6 городов прибыли в Петербург, чтобы сразиться за звание лучшей. Турнир по слэдж-хоккею – это первые соревнования в России среди молодежи, и для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья они открывают новые перспективы. Из всех 6 команд, которые здесь присутствуют, мы уже по 2-3 человека себе, так скажем, взяли на карандаш. Вот. И, в принципе, первенство позволяет нам официально включить некоторых ребят в резервный состав молодежной сборной команды России. То есть мы сможем их задействовать для участия в официальных тренировочных мероприятиях со взрослой командой, чтобы они перенимали опыт. Изначально слэдж-хоккей был создан в одном из реабилитационных центров Стокгольма в начале 1960-х годов. Отдельной дисциплиной на Паралимпийских играх он стал только в 1994-м. Так же, как и классический хоккей, он состоит из 3 периодов, но время каждого сокращено. Вместо 20 минут – 15. В командах спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Михаил родился раньше срока весом всего 1,5 килограмма. В возрасте 1 года ему поставили диагноз – ДЦП. А уже в 5 лет мальчик стоял на воротах. Отец брал его с собой на хоккей. Это дало какую-то мотивацию и стимул. Играл в чебоксарской команде раньше. Сейчас вот перешел 4 года назад в СКА, я очень быстро адаптировался. Тут все ребята такие заряженные, что выходим на лед просто биться, играть, получать удовольствие. Тренировки у петербургской сборной проходят 4-5 раз в неделю. В 6 утра ребятам уже необходимо быть на льду. Мы существуем с 2017 года, но за это время выросли ребята очень сильно, стали участниками международных турниров, победителями всероссийских соревнований. Они видят, каких успехов они достигают, они понимают, для чего они здесь находятся, им это нравится. В России слэдж-хоккей появился только в 2009 году. И за короткое время наши спортсмены смогли заявить о себе на мировой арене. В 2014 году стали серебряными призерами Паралимпиады. В 2021 на чемпионате мира завоевали бронзу. В последнем матче петербургская команда разгромила екатеринбуржцев. Смотрите, как обыгрывает. Да, на встречном движении бросок и 17-0.